В Инте сотрудники отряда «Спаскоми» спасли 6 человек вблизи села Косьювом. Днем в экстренную службу поступил сигнал. Четверо мужчин и двое детей на двух машинах возвращались с рыбалки по реке Косью. В какой-то момент лед не выдержал нагрузки, и оба автомобиля провалились. Благодаря большим колесам низкого давления внедорожники оставались на плаву. Рыбаки понимали, самостоятельно выбраться из ледяного плена у них не получится, и вызвали МЧС. Выехали на вездеходе. Снегоболотоходе из Инты, обнаружили пострадавших. До них продвигались тоже тяжело, потому что под нашим вездеходом тоже лед ломался. Пришлось лед колоть на реке прям вездеходом. До одной машины на берег людей вывезли, потом до второй машины также. После того, как всех рыбаков доставили на берег, и их жизни уже ничего не угрожало, спасатели принялись вызволять внедорожники. Приближаемся. Скорость примерно не знаю, километр в час, если слава богу. Вот он, плавает бедняга. Сейчас его будем выковыривать. Обе машины отбуксировали на берег и оставили у места происшествия, а детей и мужчин доставили в Инту. 12-часовая спасательная операция завершилась глубокой ночью. Пострадавших нет, помощь медиков никому не понадобилась.